Эрехтов, Хаварим Якарим. Поздравляю вас всех с наступающим праздником Днем Независимости Государства Израиль. Сегодня у нас в «Удивительной кошке» довольно необычный концерт. Ну, это так кажется только на первый взгляд. Вы знаете, у нас недавно, в апреле, прошел спектакль по мотивам произведений, литературных произведений Марка Шагала, который называется «Авыни из Витебска». Этот спектакль нам помогли провести. Он прошел при поддержке Израильского дома в Торонто. И так как Израильский дом Торонто оказал нам такую поддержку материальную, мне пришлось составить такое описание этого спектакля. В том числе в этом описании значились все актеры и все, кто обслуживал этот спектакль. И, честное слово, совершенно неожиданно для себя я обнаружила, что из 18 актеров 16 граждане Израиля. Поэтому сегодняшний концерт, посвященный Дню независимости нашей страны, любимой моей в том числе. Я прожила в Израиле 14 лет, и многие присутствующие здесь, наверняка тоже большинство, или жили в этой стране, или побывали там. Вы знаете, как говорили раньше, что нет человека, которого... Ну, к сожалению, это горькая такая правда, которого не коснулась война. И мне кажется, тут трудно найти человека, которого бы как-то не коснулся Израиль. Вот либо мы там жили, либо там живут наши близкие, друзья. И сейчас я хочу еще сказать, что сегодняшний концерт тоже проходит при поддержке Дома Израиля в Торонто. И директор Дома Израиля в Торонто, Хава Верник, она, к сожалению, сегодня не может здесь присутствовать, но она просила передать свои приветствия и поздравления вам с этим большим праздником. Ну, а сейчас наш концерт начнется с песни, с прекрасной, нежной, красивой песни, название которой с иврита переводится «Надежда», «Атиква». Это гимн Израиля.